Отечественные инвесторы будут помогать развивать сельское хозяйство Алматинской области, в частности, Аксуского района. В Талдыкургане аким области и руководитель крупнейшей казахстанской стройкомпании подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве. Власти региона предложили инвестировать средства сразу в несколько крупных проектов. Это возрождение свекловодства посредством реанимации Аксуского сахарного завода и возведение Кызылагашской плотины, которая была разрушена в результате наводнения, строительство откормочных площадок для крупного рогатого скота, а также восстановление ирригационных сетей. Все проекты будут реализовывать в рамках государственно-частного партнерства. Для нас это очень интересно, потому что сельское хозяйство сегодня стало достаточно выгодным бизнесом. И, кроме того, акимат оказывает огромную помощь для развития бизнеса. Раз мы заходим сюда навсегда, говорить сегодня о деньгах, которые мы вложим в большие предстоящие годы, десятилетия, наверное, сегодня очень сложно. Но это будет достаточно большие суммы.